Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей. А темой данного обзора будет светильник из коллекции Paco от производителя Azar. Это коллекция точечных врезных светильников. Предлагаются здесь модели на 1, 2 и 3 лампы. И цвет есть белый, черный и алюминий. Светильник полностью из металла, покрытие него матовое. Размеры будут 175 мм на 90 мм. Лампочки здесь поворотные, можно поворачивать отдельно вот эту квадратную часть, вот так, в две стороны. И отдельно круглая часть тоже поворачивается, которая внутренняя. Лампочек в комплекте нет, они приобретаются отдельно. В комплекте будут патроны ЖУ-5.3, это вот такие. Это считается как стандартная комплектация, может она еще быть нестандартной. С патронами ЖУ-10, это такой патрон. Ну, как правило, это нужно ожидать, если это идет от производителя. В принципе, данные патроны есть в нашем ассортименте, постоянно в свободной продаже, поэтому можно будет их докупить. Лампочка устанавливается через внешнюю сторону светильника, поэтому его не нужно будет при замене лампы снимать с потолка. Устанавливается она таким образом. Кольцо это внутреннее. Так достается, устанавливаем лампочку и кольцо обратно защелкивается. Так как светильник врезной, то для его установки в потолке необходимо будет делать отверстие. Отверстие должно быть прямоугольной формы размером 158 мм на 75 мм. Глубина посадки у светильника 7 см. Это то, насколько он занимает межпотолочное пространство между вашим основным потолком и подвесным. И есть 4 монтажные лапки, которые удерживают светильник на потолке. На этом у меня все. Кому понравилась данная модель, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока.